Это Европа Плюс, радиостанция номер один в России. Прямо сейчас у нас выпуск новостей и Павел Беседин. Паша, пожалуйста. Добрый день, Сережа, добрый день всем. Какая работа? Ты что? Мы сегодня на Игромире, на Комиконе, Сережа. Знаете, что классно на Comic-Con Russia 2017? Можно пушечкой обзавестись легко. О, Паша! Ребят, ну как бы это не пушечка. Вот пушечка, смотрите, вот это нормальный размерчик. Я думаю, что мы сейчас найдем его применение. Тем более я вижу Сомбру. Сомбра, я хочу попросить, чтобы ты меня взломал. Взломай меня, пожалуйста, полностью. Паша, у меня другая идея. Может быть, мы тебя лучше взорвем, дружище? Давай его взорвем просто. Давай! Слушайте, ну вот говорят, что женщины любят ушами. Судя по всему, ты очень любвеобильная. Подтверди, пожалуйста, наши догадки. Ну, это абсолютно правда. Как тебе Зельда? Мне очень нравится эта игра. Ты ее просто прошла или сейчас сидишь и доделываешь квесты бесконечные? Хожу по пустыне, добываю камушки, добываю грибочки. Хозяйственная. Ну, пробоньки, да, сегодня в Москве, Паш? Ну, хорошо, что самолет выбрали. Бизнес-класс решает. Кстати говоря, в салоне самолета можно играть в Nintendo Switch. А будьте добры, два Nintendo Switch, пожалуйста. Спасибо огромное, спасибо. Ну что, зарубимся? Доить корову не будем, а предлагаю погонять. Поехали. Вы идеально смотритесь. Беру. Четвертый раз проводится Комик-Кон, и наконец-то Павел Беседин 700 рублей здесь потратил. Пойдем на стенд Nintendo, там тоже много всяких штук продают. Хочется все купить, все, хочется все, пойдемте скорее. Шоппинг начинается, погнали! Главный вопрос, что будет, когда ты кинешь букет невесты? Мне кажется, будут жертвы. Возможно, они иногда себя плохо ведут. Давай сейчас потренируемся. Мы встанем сзади, а ты будешь нам бросать его. Нет, я не могу пока с ним расстаться, я же еще не вышла замуж. Ладно, приглас на свадьбу дашь хотя бы? Я подумаю над вашим предложением. Профессиональный тамада. Недорого. Паш, мне кажется, Comic-Con Russia с каждым годом все круче. Он захватывает не только Москву, но и весь мир, и я бы на самом деле не уходил отсюда прямо сейчас. Че, может, останемся? Впереди 3 дня. Давай оставаться, че? Давай, ребят, видео сейчас заканчивается, мы остаемся, вы приходите сюда. Европа Плюс, Comic-Con Russia 2017. Пока!